1135 год. Перевелся на Руси русский народ. Москва, провинция Узбекистана, Чайна-таун, уже не название ресторана, а новый район Подмосковья. Песни о Кипченыре завершает застолье. Русские обосновались в Лондоне, Нью-Йорке, Паттайе. Официальный праздник здесь теперь, 1 мая. Все это и многое другое рассказали слесарю Коле, выпустив из криокапсулы на волю. Посидел Коля, пораскинул мозгами, теребя уши большими руками, выпрямился и сиганул в окно. Как раздавленное пшено, на асфальте лежит Колиное тело. Робот-дворник убирает его быстро, легко и умело.